Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня я хочу uh, закончить разбор песни uh, «La noche de boda» «Noche de bodas». Давайте приступим сразу же. Que las verdades no tengan complejos. La verdad это правда. Las verdades получается правды во множественном числе, но на русский это будет переводиться так же как правда. Но no tener complejos. Tener это иметь. Complejo, el complejo это комплекс Значит, иметь комплексы las verdades tienen complejos. Правда, у нее комплекс, она закомплексована. Иногда человек стесняется сказать правду. Так вот, las verdades tienen complejos. Правда, она закомплексованная. И вот Савина желает, que las verdades no tengan complejos. Чтобы правда никогда не была закомплексованной, чтобы всегда говорила и выражала себя. Que las mentiras parezca, parezcan mentira. La mentira. Mentira – ложь. И las mentiras – это тоже ложь. Хоть и во множественном числе. Есть такое выражение. Parece mentira. Parece mentira. От глагола parecer – казаться. Parece mentira. Не похоже на правду. Либо мне не верится. Не верится как-то. Parece mentira. Las mentiras – парэсэн ментира. Правда, ложь похожа на ложь, но это не всегда так. И то есть он выражает желание «que las mentiras parezcan mentira. чтобы ложь всегда походила на ложь. И вот здесь у нас глагол «parecer». Вы помните, у нас были глаголы, которые неправильными, неправильные глаголы, но в первом лице единственного числа. И вот здесь то же самое Uh, глагол «поресер» в первом лице, в изъявительном наклонении. Да, Я похож. Пореско. Ско окончание. А дальше идет обычно. Поресес, поресе. Поресемос, поресейс, поресе. Так вот, в субхунтиву мы берем вот эту первую форму. Пореско. И говорим. Пореска, порескас. parezca, parezcamos, parezcáis, parezcan que las mentiras parezcan mentira, чтобы siempre всегда можно было легко распознать, чтобы она походила на ложь. Дальше идет выражение que no te den la razón los espejos, los espejos зеркала, el espejo зеркало. Есть expresión, dar la razón a alguien. Дар – это дать. Ларасон – это много значений, но, но, в данном случае это правота. Дар Ларасона Альген – это признать чью-то правоту. Например, «Ты дан Ларасон лос эспехус». То есть ты думаешь, вот я уже в возрасте, я старый, что-то у меня здесь болит, здесь болит, дай-ка посмотрю на зеркало, смотришь в зеркало и не на зеркало в зеркало посмотрюсь в зеркало посмотришь в зеркало и видишь о седые волосы так вот здесь морщины что-то при улыбке там где-то у меня меньше зубов чем раньше наверное я старый и зеркало тебе говорит да да смотри на себя так вот Савина говорит чтобы зеркала не подтверждали вашу правоту глагол. Если бы он сказал в изъявительном наклонении, он бы сказал te ларасон la razón los espejos. Да, зеркала подтверждают твою правоту. Но здесь он желает Кеноте ден no te den la razón los espejos. Den это субхунтиво, э, <coughs> el presente de субхунтиво, глагола дар в третьей форме множественного числа. Espejos Ден. Uh, и дальше. Ке те апровече мирар локе мирас. Вы уже знаете, ке те апровече. Это значит, чтобы вам пошло на пользу. Приносило пользу. А дальше идет глагол мирар. Мирар, смотреть. Локе, то что. Мирас. Мирас, ту мирас. чо миру, ту мирас. Эль мира, эдя мира. Значит, чтобы тебе пошло на пользу. Ке те апровече смотреть, локе мирас, на то, что ты смотришь, то есть на себя, в зеркало. Ке <laughs> вот. no se окупе де ти эль десампаро. Окупарсе де альген, это означает заняться кем-то. Вы знаете, окупар. Оккупант, занять что-то, территорию какую-то, да, и здесь очень глагол легкий, чтобы запомнить, Окупарсе де алген это означает заняться кем-то. А слово эль де сампаро я его видел в переводе вот этой песни как одиночество, но я не согласен. Потому что эль-де-сампаро, да, это когда ты один, но один перед проблемами, ты беззащитен, это скорее беззащитный человек он беззащитен перед всеми проблемами мира, некому ему помочь. Десампарадо, десампарадо это вот беззащитный человек, десампарадо, и эль десампаро это беззащитность перед проблемами жизни, когда некому прийти на помощь. Сеокупа ты ти эль десампаро. Это изъявительное наклонение. И значит, что вот эта беззащитность, вот эта ситуация с тобой занялась. Да? Но Савина желает, чтобы этого не произошло, и он говорит: que no se ocupe de ti el чтобы никогда ты не был одинок и беззащитен перед трудностями жизни с какими-то ситуациями. Que cada tu cena sea tu última cena. Tu cena каждый твой ужин Es la ultima Это было бы изъявительное клонение. Это твой последний ужин. Но это не так. Мы, ужинами, думаем о чем-то другом со своими родными, когда разговариваем. Все-таки сцена в Испании это ужин в семейном кругу, когда все находятся рядом. И вот Савина желает, чтобы чтобы когда ты ужинал, ты был со своими близкими и вел себя так, как будто бы ты видишь их в последний раз, и это последний ваш ужин. Дальше. Кесер вальенте, но сальгатанкару. caro. Сер вальенте, быть смелым. Салир каро, это означает выходить дорого. Что-то как-то мне дорого выходит, да? Сале муй выходит очень дорого. Салир каро, а вы помните глагол салир? Может быть, вы его не помните, но а, спряжение у него такое: сальго, сальго. Это выходить, выхожу, сальго. А значит, в, в el presente де subjuntivo он будет спрягаться: сальга, сальга, сальга. Так вот. Que ser valiente, no salga tan caro, чтобы быть смелым не выходило так дорого, не стоило так дорого вам que ser cobarde, ser cobarde, быть трусом, но valga la pena. Valer la pena, это значит стоить того. Можем сказать, а ah, no vale la pena, это, не стоит это, не стоит того, no vale la pena. Так вот, на самом деле в жизни, наверное, вот, ser cobarde vale la pena, иногда стоит чего-то испугаться и не, 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 быть достаточно смелым. А вот Сабина говорит, коварды, но пена", чтобы не стоило быть трусом. Кино те компрен пор менус де надо". Компрар пор менус. Компрар это покупать. Пор менус это значит, ну, дешевле гораздо цены. Вот он пожелает. Кино компрен no por menos de nada, чтобы ничего у тебя не купили дешевле того, чем оно стоит. Compran. Compran – это el presente de indicativo. Compran. И compren el presente de subjuntivo. Пожелание. Que no te vendan amor sin espinas. Vender. Продавать. Te venden Тебе продают, это индикативу, а Савина желает. Кеноте Вендан, чтобы тебе не продали. Амор, любовь, син эспинас. Син без эспинас это шипы. Чтобы тебе не продали любовь без шипов. Ну, не бывает настоящей любви без вот этих шипов. Кеноте Кон куэнтос де Адас. Дормир. Это означает усыплять. Que no te duerman, чтобы тебе не усыпили, con cuentos de hadas. Con с, и con де de hadas. Cuentos de hadas это сказки, потому что потому что hadas это феи, cuentos это рассказы, hadas феи. Que no te duerman con cuentos de hadas? чтобы тебе не усыпили сказками. «кэ нотэ сьеррен эль бар де ла эскина». «Кэ нотэ сьеррен» «серран» – закрывать. Oh, я могу сказать «мэ сьерран эль бар де ла эскина». У меня закрывают бар на углу. А oh, Савина желает «кэ нотэ сьерран эль бар де ла эскина». Чтобы тебе не закрыли. «Эль бар» – «бар» «де ла эскина» Эскина – это угол. Бар на углу. Но тут интересно. Я вам скажу, что в испанском языке два слова для, для слова угол. Два есть угла. У нас одно слово. В английском одно слово. В русском угол. В английском corner. А в испанском два слова. Вот допустим, ла эскина – это угол внешний. А эль ринкон – это угол внутренний. Вот когда внутри вы находитесь в углу это будет ринг, э, Эль Ринкон, а внешний угол это la esquina. они даже у них рода разные ну вот наверное теперь только осталось давайте это как-то вам спеть <Si> чтобы не так нудно было que las verdades no tengan complejos. Que las mentiras parezcan mentiras. Que no te den la razón los espejos. Que te aproveche mirar lo que miras. Que no se ocupe de ti el desamparo. Que cada tu cena sea tu última cena. Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena. Que no te compren por menos de nada. Que no te vendan amor si de espinas. Que no te duerman con cuentos de hadas. Que no te cierren el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda, Que los otoños te doren la piel, Que cada noche sea noche de boda, Que no se ponga la luna de miel, Que el corazón no se pase de moda, Que los otoños te doren la piel, Que cada noche sea noche de boda, Que todas las... Lunas sean lunas de miel, Ay, poche, y que el corazón y que el corazón se de modo que los te que cada noche sea noche de miel. que no se la luna de miel, y lloras otra vez, que el corazón Hasta la próxima, nos vemos pronto mis amigos.